Всем большой привет! Привет! У нас сегодня итоги конкурса. И привет можно передать и девочкам, и мальчикам, потому что в этот раз у нас участвует даже мужчина, хочет подарок сделать для своей жены. Так что всем желаем успехов и начинаем! Сегодня мы используем программку, ну я покажу, как она так странно называется, рандомайзер для определения победителей конкурса. И, значит, мы будем туда видео вставлять, ссылочку, и сама программа выберет победителя. Что правильно я сказала? Ну, давай к делу. Хорошо. Так, ну что, приступаем. Поворачивать? Видео. И победитель у нас. Крутое видео. Участвую. Мисс Лера. Поздравляем. Теперь надо проверить. Да. Что там? Сейчас мы проверим мисс Леру. Все ли условия она выполнила. Итак, нужно было поставить лайк этому видео. Написать участвую, но она написала даже, что это видео крутое. Спасибо. Очень приятно. И сейчас посмотрим, куда она ссылочку кинула. Вконтакте есть. Вконтакте. Ну, отлично. Мисс Лера. Смотри, какая красивая. Молоденькая. Подарки подойдут ей. Отлично. Поздравляем, мисс Лера. Пиши мне сообщение, куда отправить подарок, и жди свой приз. Итак, всем пока. Скоро новый конкурс, уже получается 1 августа. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, и будем дружить.